Привет, бро, с тобой Воблер, и ставь лайк за 2 секунды, если ты знаешь какие-то мемы. Считаю. 1, 2. Молодец, дружище, что ты поставил лайк. Напиши в комментариях свой любимый мем. А мы сегодня с тобой продолжим играть в игру, которая называется Match Fellows, где будем делать слияние разных мемов для того, чтобы дойти до самого крутого мема в данном моде. Мы уже с тобой в игре здесь проходили Cat мод, Dog мод, Giga мод. Пришло время пройти Fellows мод. Первое — это у нас хомячок Миша, дальше Аксолотль, также кот Эльгато, Бультерьер, рыба Фугу, Поп-кот, свинья, дог, яйцопес, также Максвелл и капибара, куда же без нее. Нам выпал изначально хомячок Миша, давай мы объединим 2 Миши, если тебя зовут Миша, ну что ж, прям как хомячка из мема. Дальше у нас Аксолотль, это у нас мем 2 уровня. Дальше у нас котик, давай соединим 2 кота 3 уровня, это кот Эльгато. Дальше идет бультерьер, смотри, прям по нарастающей. Снова котик, пусть они рядышком с бультерьером. А рыба Фугу, куда ты покатился, чувак? 2 пёселя закидываем, отлично. Мы уже в самом начале получили поп-кота. Это же круто! Посмотрим, сможем ли мы сегодня дойти до капибары. Я, по крайней мере, хочу это сделать. Аксолотль, бультерьер, соединение, отлично, рыба Фугу. Вот будет 2 котика, еще рыба Фугу. Ого, мы с тобой уже получили свинью! Это свинтус! Какая хрюшка! Что-то прям шашлычка свиного захотелось. Это милые зверушки, мы их не будем кушать сегодня. Хомячок Миша, рыба Фугу. Давай посередине закинем. Куда ты покатилась, рыба Фугу? Что-то пошло не по плану. Хомячок Миша, 2 аксолотля, 2 бультерьера. Вот снова рыба Фугу. Давай мы сюда аксолотль закинем. Котик получился. Надо вот сверху Мишу закинуть. Вот рыба Фугу. Хорошо, кот. Куда мы закинем? Давай где-то с этой стороны. Вот снова рыба Фугу. Отлично, соединились 2 кота. Да что ж такое? Значит, мы рыбу Фугу сюда закинем. Котика мы сюда. Эльгато. Котик, почему ты не соединился? Так, 2 рыбы Фугу. Да, мы получили доги. Хорошая эволюция. Доги — это 8-й левел мем у нас. Куда же закинуть этого аксолотля? Даже не знаю. Куда-то с левой стороны. Так, рыба Фугу возле кота. Хомячок, Миша. Миша сюда. Ну, Фугу, отлично, котик получился. Снова хомячок Миша. Миша, что же ты такой нубик? Выпал здесь нам. Вот котик такой грустный почему-то. Кот Эльгато, смотри, такой грустный котяра. Закидываем аксолотль, вот снова котик. 2 рыбы, да, отлично, получилась свинья. Правда, она очень далеко от доги. Я даже не знаю, как они должны здесь соединиться. Но пробуем так, рыба Фугу. Вот для рыбы Фугу надо. Снова рыба Фугу, ну, отлично, котик. Давай мы еще соединим рыба Фугу, аксолотля с левой стороны закинем. Куда этого? Ну, где-то тут должен быть. Хомячка Мишу с левой стороны. Вот котик, ну, пожалуйста, 2 котика, Эльгато. Почему они не соединились? Это все хомячок Миша нам мешает. Миша, ты чего? Аксолотль, куда же мы кота кинем? Так, давай с правой стороны мы нашего бультерьера. Вот 2 кота, 2 свиньи, отлично, смотри, 2 доги. Правда, здесь Эльгато нам мешает. Ну, Эльгато, давай мы сюда закинем. Пока что неплохо, мы тут все соединяем. Дальше, по идее, после доги будет яйцопес. До него еще, конечно, надо дойти. Вот, смотри, бультерьер, ну, есть, отлично. Поп-кот у нас. Снова хомячок Миша. Такой маленький какой-то, треугольный. Давай сюда, на левую сторону сейчас покатится снова. Сейчас они катиться будут. Вот рыба Фугу. Давай на правую сторону будем кидать. Мы топовые мемы забиваем всякой мелюзгой ненужной. Кот Эльгато, куда же тебя кинуть? Вот они соединились. Так, давай где-то рядышком с поп-котом. Куда ты? Не туда. Почти дотронулись ушами. Ну почему нету слияния? Я вижу, что они дотронулись. Хомячок. У нас очень много котов. Отлично, свинтус получился. Возле свиньи надо нам рыбу Фугу. Вот снова кот получится у нас. Очень много котов. А вот должны 2 бультерьера соединиться. Снова рыба Фугу. Бультерьер. Хомячок. У нас просто одинаковые мемы, и они не могут соединиться. Какая-то каша получается. Бультерьер. 2 бультерьера. Снова рыба Фугу. Бультерьер. Вот кот Эльгато.
Аксолотль? Вообще такое что-то на снупское получается. Отлично, свинья, ну соединитесь. Рыбофугу проваливается. Две рыбы, кот. Куда же этого закинуть, нубика третьего уровня? Давай на левую сторону, может рыбофугу покатится. Бультерьер. Хомячок Миша. Снова хомячок Миша. Котик получился. Две рыбы фугу. Ну, котик. Хомячок Миша и кот Эльгато мешают соединиться двум крутым мемам. К сожалению. Так, давай сюда закинем. Вот два котика. Снова хомячок Миша. Вот два бультерьера. Ну, рыба фугу, соединись. Ладно, хомячка Мишу вниз. Так, тут мы сюда кидаем. Некуда кидать. Просто некуда. Мелюзга пошла. Сейчас будет аксолотль с левой стороны. Два котика дотронулась. Ну, катись. Просто суперски так все получилось. Снова хомячок Миша. Миша, Мишутка, что ж ты нам выпадаешь? Ты же нубик. Отлично, два аксолотля. Вот сейчас будет снова кот Эльгато. Воу! Доги, дотронься, пожалуйста! Ай, два доги не могут дотронуться. У нас бы много места освободилось. Два бультерьера. Хорошо. Так, рыба-фугу где-то возле котика должна быть. И вот, смотри, котик, рыба-фугу. Свинья получилась. Кот Эльгато. Куда же мы котика сюда закинем? Куда ты, кот, покатился? Не катись туда. Здесь два дога должно соединиться. Зачем нам этот хомячок Миша нубский? Давай мы сверху будем кидать. Два хомячка пусть соединяются. Получится. Аксолотль. Вот два котика. Снова котик. Бультерьер. Так, давай мы котика сюда закинем. Миша, Мишутка, снова Миша, Мишутка, квадратный, аксолотль, котик, да блин, снова Миша нам выпадает, котик, да почему такие нубские ребята, ну в принципе неплохо, мы только что смогли соединить, две рыбы фугу, две свиньи, ай, только они в разных сторонах стоят, идет дальше аксолотль, бультерьер, снова бультерьер, рыба фугу, Миша, рыба фугу, котик, а вот еще котик. Снова бультерьер. Аксолотль. Миша квадратный. Кот Эльгато. Куда ж тебя, Мишка, засунуть-то? А вот аксолотль тоже выпал. Давай мы здесь соединяем. Куда-то покатился. По-моему, мы сейчас завершим эволюцию, но мы шейк нажмем. С помощью ролика попробуем здесь как-то восстановиться, потому что ну, очень мало мы здесь набрали. Все, мы приехали. Вот рыба-фугу. Так, рыба-фугу, кот. Воу! Мы получили девятую эволюцию. Яйца-пес. Фух, ну неплохо, в принципе. Хороший результат, только если бы здесь два дога соединилось, у нас бы освободилось очень много места. Но мечтать не вредно. Куда же мы будем теперь все это закидывать? Вот, хомячка. Котика. Да здесь нубики пошли. Сюда аксолотля. Вот рыба-фугу и снова рыба-фугу. Ну, кот, давай соединись, покатись. Отлично. Вау! Это было суперски. У нас два яйца-пёса. Вот рыба-фугу, еще рыба-фугу. Вот хомячок, нубик. Бультерьер, хомячок. Снова хомячок. Да что нам одни хомячки? Отлично, кот. Рыба-фугу. Бультерьер. Ну, не в ту сторону ты покатился, кот. Не в ту сторону. Ладно, давай мы сюда бультерьера закинем. Снова рыба-фугу. Смотри, сколько у нас этих поп-котов с открытыми ртами. Аж 5 штук. И никак они не соединятся. Куда мне закидывать этого нубика? Я даже не знаю. Ну давай сюда, чтобы кот покатился. Так, давай сюда. Аксолотля. Давай хомячка. Давай, катись. Хорошо, свинтус получился. Миша, хомячок. Котик. Снова Мишка, да ну что ж ты хомячок, так аксолотль, да? Зачем нам эти хомячки нубские? О, сейчас должны соединиться, рыба-фугу, ну катись сюда, пожалуйста, вот хомячок. Котик, хорошо, ну соединитесь, ребята, пожалуйста. Во сколько места? Снова Мишка, рыба-фугу, свинья, бультерьер, снова бультерьер, рыба-фугу. Ну куда нам этого бультерьера засунуть, рыба-фугу? Кот, пожалуйста, соединись. Никак не может соединиться. Снова рыба-фугу будет. Две свиньи! Дотроньтесь! Ну, такое себе. Мы почти здесь проигрываем. Еще чуть-чуть и все. Так, снова котик.
Вот бультерьер дотронуться, рыбафугу, но тут некуда кидать, котик, снова котик. Рыбафугу, ну, этот аксолотль мешает соединиться двум поп-котам с открытыми ртами. Рыбешка, иди отсюда, ты намешаешь. Вот, ладно, давай мы сюда закинем. Еще этот хомячок Миша, ну все, приехали, ну! Нет, мы должны восстановиться с помощью ролика. А так мы насобирали всего лишь 1843 очка здесь. Смотри, мы сразу получили кота Максвелла. Я не знаю, что нам ролик сделал. Нам жизнь еще одну дали. У нас реально есть кот. Есть также два яйца пёса. Я не знаю, как сделать, чтобы они соединились. Кот какой-то такой вот неправильной формы лежит в центре и нам мешает. Надо как-то тут, чтобы все соединялось. Но... толкнем. Ага, сейчас кот подымет яйца пса вверх, и все. И мы приехали. Ладно, давай будем закидывать хомячок Миша. Аксолотль. Давай, котик, соединяйся. Ну, еще чуть-чуть надо как-то затолкать яйца пёса. И мы реально получим капибару. Если они вдвоем соединятся, будет два Максвелла рядышком. Что нам сделать? Ладно, давай на левую сторону будем кидать. Это два кота Эльгата. Теперь у нас бультерьер. Малявку эту кидаем. Надо их здесь как-то трамбануть. Ладно, закидываем пока что сюда рыбафугу. Блин, что-то такое у меня получается. Хомячка Мишу в левую сторону. Так, надо вот сверху кидать. Ну, давайте толкаем. Хомячок Миша. О, отлично, получили бультерьера. Кот Эльгато. Вот у нас еще бультерьер. Две рыбы-фугу не могут соединиться. Вот сейчас будет еще хомячок Миша. Два рыжих кота. Рыба-фугу. После фугу что у нас? А вот кот будет. Ну, свинья получилась. Рыба-фугу. Давай мы сюда. Хомячка аксолотля. Куда? Ну, соединяться не? Давай мы сверху кинем. Пролазь давай, не хочет пролазить. Ладно, давай хомячка, аксолотль, котик. Очень у нас много пустого места. А сюда закидываем, вот сюда. Ну, соединяйтесь, ну, ребята, свинья, подвинься, пожалуйста. Кидаем аксолотля, снова наш котик. Эльгато. Хомячок, Миша. Ух ты, два бультерьера. Рыба-фугу получилось. Вот здесь две рыбы не могут соединиться. Так, аксолотль. Снова аксолотль, да что такое, много аксолотлей. Котиков много. Вау, отличный результат, смотри. Неплохо, у нас место добавилось. Два котика, ладно, давай. А сейчас рыба-фугу будет. Надо нам как-то вот, чтобы они здесь дотронулись друг к другу. Ну, дотронься. Получился поп-кот. Котик-бультерьер будет, давай. Снова котик. Снова будет бультерьер, рыба-фугу. Фуга, это рядышком с бультерьером. Неужели мне снова придется смотреть ролик, чтобы здесь как-то... восстановиться. Давай еще два аксолотля. Да ну что такое? Котики, котики, ну! Вау, супер, доги получился, хорош. Два кота Эльгато. Бультерьер. Куда ж мы тебе Мишу хомячка? Вот сюда засунем аксолотль. Снова Миша хомячок. И снова Миша хомячок. Аксолотль, да нам нубики выпадают какие-то. Игра, ты что, специально так делаешь, чтобы я смотрел здесь роликов побольше? Рыба-фугу, два котика. Так куда же мы этого кота засунем? Снова аксолотль, да зачем мне вообще нубские? Так. Ну да, мы приехали. На это мои полномочия все, Миша хомячок. Ну, вот наш второй результат. 2328 очков, но мы за ролик восстанавливаем здоровье себе. С помощью ролика мы получили капибару. Но дело в том, что в прошлых видео, когда мы соединяли здесь мемы, то мы вообще не использовали шейк. Потом в прошлом видео мы использовали один раз, а здесь мне пришлось два раза использовать, чтобы получить капибару. В принципе, мы как бы завершили эволюцию. Но давай посмотрим, сколько я смогу максимально очков здесь получить в прохождении. Свинтус. Давай мы налево кинем нашего Эльгато. Бультерьер. Рыба-фугу. Вот снова хомячок Миша. Мишка. Отлично, еще бультерьер. Снова Мишка. Ух ты, рыба-фугу сейчас будет. Вот с правой стороны будет поп-кот. Этих нубиков мы закидываем с левой стороны. Мишку, хомячка. Вот получили бультерьера. Ух ты. Котик, такой грустный котик Эльгато.
Два бультерьера, рыба фугу получается. Здесь два кота соединились, хорошо. Две рыбы фугу, два кота. О, две свиньи у нас. Отличный результат. Смотри, мы идем круто. Уже 2777 очков. Котик грустный Эльгато. Аксолотль. Снова аксолотль. Вот котик. Две рыбы фугу. Супер попкот получился у нас. Так, а куда мы аксолотль? Давай бультерьера здесь с правой стороны. Рыба фугу. Куда ты, бультерьер, покатился-то? Вот смотри. Ну, получили доги. Они почти хотели соединиться, но этот кот... Поп-кот помешал с открытым ртом, он почему-то покатился в другую сторону. Привет, хомячок Миша, давно мы тебя не видели здесь. Снова хомячок. Снова хомячок. Рыба фугу. Бультерьер. Рыба фугу. А вот сейчас будет рыба фугу, смотри, соединение. Вот, свинья получилась. Тут котики навряд ли смогут соединиться. Бультерьер получился аксолотль, он не пролезет. Рыба фугу, ну дотронься. Во, покатилась, хорошо. Снова аксолотль. Рыбу фугу направо. Аксолотль. Котик, два бультерьера не могут соединиться. Ну щеками, пожалуйста. Вот бультерьер и бультерьер, рыба фугу. Хомячок, Миша. Закидываем в правую сторону, сидит там хомячок. Да что же это, поп-котов много у нас. С открытыми ртами, коты, вы чего? По-моему, на этом наше полномочие все. Ух ты! Яйцепес получился неожиданно. Давай вот хомячка на правую сторону закинем. Аксолотль. Куда ты котишься? Ух ты! Нормально, правильно, что ты покатился. Не слушай меня. Так, аксолотль тут. Два бультерьера. Рыба фугу, Мишка. Ну, Мишку сверху мы закидываем. И снова Мишка. И вот куда они покатились. Хороший результат. Снова рыба фугу. Я думаю, что сейчас будет супер соединение. Ну, два дога, смотри. Два дога могут соединиться. Будет яйца-пес. Тут потом тоже яйца-пес. Получится Максвелл. Ребята, сейчас будет супер соединение. Да, как я и говорил. Так, давай мы сюда еще закинем. Кот Максвелл хорош, конечно. Ну, капибара самая крутая здесь. Рыба-фугу. Снова поп-кот. Котик Эльгато. Я не знаю, куда тебя присунуть, котик. Ты просто не подходишь мне. Снова поп-кот. Очень много у нас поп-котов. Хомячок, Мишка. Вот сюда давайте вы все толпой будете соединяться. Ну-ну-ну, не катись туда. Я же хотел сверху поставить. Рыба фугу и теперь бультерьер. У нас 4 поп-кота, которые никак не могут соединиться. Потому что грустные котики Эльгато, вот они стоят и мешают. Ой, да ну, никак не продвинуться. Бультерьер пошел. Хомячок Миша. Миша не может провалиться. Аксолотль тоже не может провалиться. Сверху закидываем. С правой стороны еще было место. Просто я его оставлял для того, чтобы других персонажей закинуть. Ну что ж, я думаю, что не стоит больше восстанавливаться за ролик. Вот сколько мы смогли насобирать. 3420 очков. И получите максимальную эволюцию. Это мем Капибара. Прикольно, в принципе, было соединение. Но здесь, конечно, нам пришлось очень тяжело. С тобой был Воблер. Оставайся на канале, смотри другие ролики. И скоро увидимся. Пока.